Дорогие друзья, значит, регистрация отключена, логин и пароль вы получаете после оплаты. Нажимаем «Получить логин и пароль» и нажимаем ссылку. После нажатия ссылки вы переходите на защищенную страницу оплаты. Значит, оплату вы производите, значит, по системе BePaid. Это рекомендованная Беларусбанком система. Беларусь — это надежность. Значит, чтобы вы понимали отличие, например, в Беларуси нельзя просто взять там и зарегистрировать прием с карт в течение нескольких минут. Значит, здесь составляется договор с банком, то есть это делается серьезным самым образом с Беларусбанком. Грубо говоря, наверное, это и правильно, когда все честно, открыто и зарегистрировано. Значит, вверху видим магазин, описание, план, выбранный вами, и сумма. Для белорусов это будет другая ссылка, валюта будет в белорусских рублях. Значит, вводим номер карты. Я ввожу сейчас тестовые данные, поэтому ввожу их открыто. Важно запомнить правильно имя на карте, которая у вас написана. Система, как мы видим, сама определила тип карты Visa. Значит, далее ставим месяц, год, и на обратной стороне карты код для проведения, секретный код для проведения платежа. Значит, обращаю ваше внимание на правильное указание e-mail, так как на него придет письмо о успешной оплате. Заполняем имя. Адрес. Город. Выбираем страну. Оплатить может любой человек, у которого есть возможность работать с российскими рублями. Страну можно любую указать. Вводим индекс. Если не помним индекс, вводим цифры. Телефон вводим по желанию. Допустим, там, да. После как все поля заполнены, нажимаем кнопку «Оплатить». Перед этим обязательно убедитесь, правильно заполнено имя и e-mail. Далее нажимаем кнопку «Оплатить», пошла обработка платежа. Мы видим сообщение «Транзакция прошла успешно». Нажимаем кнопку «Продолжить». После нажатия кнопки «Продолжить», значит, вы перенаправляетесь на сайт, и вам высылается письмо. Приходит письмо. Это письмо подтверждает, что платеж был успешным. Хотя этого не происходило, но прошу вас обратить внимание, если вдруг письмо не пришло, то посмотрите спам-папку. Значит, я вас прошу скопировать эти данные, хотя мне такое же письмо приходит, то есть я увижу